Masza, chodź poigrać w miecz. Lovi. No i prysznica, że takuje. Nada srośno rozkazać Miszkę. Wiesz to, takie pilipuga myje. Lies zachwacili zombie. Miszka? Kudaj, to ty zabrał ci nogami. W drugi les? Ty wiesz to, też zombie prysnili. My, zombie, теперь хозяева этого леса. До завтрашнего утра все звери должны покинуть лес. Кто не успеет, мы не виноваты. Зомби. Ужас! Мишка, это что, мне сегодня пророческий сон приснился? Бежать? Нет, это неправильно. Мы должны бороться за наш лес. Слышите? Лес наш. И мы никому его не отдадим. Распаковывайте чемоданы. Чем порадуете старика? Из леса, к сожалению, никто не ушел. Звери решили бороться за лес. Бороться? С нами? Смешно. Ладно, придется нанести им визит. Правильно. Пусть увидят своего врага в лицо. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы они незамедлительно все убрались из леса. Чей это дом? Медведя. Теперь это будет наша штаб-квартира. Проверьте дом. Заходи! У нас для